В трех орских школах появятся классы, на базе которых ученики будут изучать создание и эксплуатацию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Орска Светлана Маслова. Она заявила, что площадки утверждены и в настоящее время по ним готовится проектно-сметная документация. Также был разработан дизайн-проект кванториума. Министерством просвещения он одобрен, поэтому сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации и подготовке к выходу на торги. Кроме того, как сообщила начальник управления образования администрации Орска, в рамках нацпроекта образования в городе создадут 5 дополнительных IT-классов. В настоящее время в Орске действуют 9 таких классов.